Впервые за 21 год в поселке Тикси отремонтировали аэропорт. Последний раз ремонтные работы там проводили в далеком 1995 году. Как теперь выглядит аэровокзал северного поселка и благодаря чему удалось его отремонтировать, расскажут наши корреспонденты. В 2016 году произошли изменения, и федеральное государственное унитарное предприятие «Аэропорт Тикси» вошел в состав федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера», который объединяет 31 аэропорт в республике Саха-Якутия и Магаданской области. Несмотря на сложную транспортную логистику Тикси, за короткий срок в период с июля по октябрь 2016 года осуществлен ремонт здания аэропорта Тикси, в частности, отремонтировали фасад здания, зал ожидания, накопитель, служебные помещения способ, заменили оконные проемы стеклопакетом. Также приобретена и доставлена спецтехника в количестве 6 единиц. Филиал «Аэропорт Тикси» обслуживает Республиканский центр медицины катастроф, Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, куда входят северные районы, такие как Анабарский, Аллаяховский, Усьянский и Булунский. ФКП «Аэропорты Севера» – динамично развивающее предприятие. В этом году за счет собственных средств выполнен, как видите, ремонтные работы. И в следующем году по ФЦП, уже федеральной программе, будет в плане стоять строительство здания гаража для службы спецтранспорта. Будем надеяться, что произошедшими изменениями снова возобновится рейс «Тикси» – «Москва-Тикси». Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК «Саха-Тикси».